думаю, что игра, она не выбивается из того контекста, который игры у нас были до этого. К сожалению, наверное, действительно, всю удачу мы свою исчерпали в прошлом году и еще когда-то, даже когда игра и по качеству игры показывая хуже, чем соперник, но мы игры выигрывали, то в этом году мы отдаем, в общем-то, все матчи. И, конечно, «Динамо» играла и создала больше моментов, забили прекрасные голы, но еще раз хочу сказать, что очень жаль, когда, как бы мы ни старались в этом году и как бы мы ни играли, в конечном итоге нам всегда чуть-чуть не хватает даже для ничьей. Очень обидно, очень жалко было сегодня проигрывать, потому что футболисты в целом очень хорошо выполняли установку на игру, старались. И очень бы хотелось, конечно, увидеть плоды труда. И, к сожалению, все сегодня удалось отстоять, наверное, свою честь и достаточно достойно сыграть с «Динамо», которое действительно показывает очень, очень классный футбол. Но очков нам это не добавило. Я думаю, что трудности, которые у нас сейчас, они очень большие, но люди проверяются тем, как они эти трудности преодолевают. Постараемся преодолеть их достойно и выйти из этого сложного положения, в котором мы сейчас находимся. Должен сказать, что должен поздравить в свою очередь тренера соперника, потому что не так просто соблюдать дисциплину и игровой порядок в течение всех 50 минут. И нашему сопернику сегодня в большинстве случаев это удавалось. Но также следует сказать, что в большинстве игр с Сибиряком игроки предпочитают действовать сердцем, нежели головой и действовать хладнокровно. Поэтому игры получаются достаточно открытые, с обилием опасных моментов.